Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и сегодня я играю в моды на Hello Neighbor снова. Короче говоря, давненько уже не играл в моды на Hello Neighbor, пора бы вернуться. Все-таки моды на Hello Neighbor мне нравятся. Короче, надо, во-первых, убрать вот эти надписи. Мод этот, который какой-то подписчик прислал, не помню как зовут. Ну, короче, это ремейк прототипа. Так, убираем эти сообщения сверху. Да, многие из вас действительно заметили, что я и сам говорил, что разрешение в мод-ките довольно низкое максимальное. И это действительно так. Full HD здесь не поставишь. Так, что у нас? Как-то странно, тут закрывается дверь. Она-то по сути не закрывается. И вот этот дом какой-то странный. Где у него стенки? М13, кстати. Greenhouse М13, создатель трейнеров всяких на Hello Neighbor. Так, этот мод я запускаю через модкит, не через Steam, как я уже только что сказал, три моих прототипа. Короче говоря, я также вам, так сказать, напоминаю о том, что я недавно создал влоговый канал, который называется просто Максим Артемов. И там... О, давайте туда сходим. И там я, короче, выкладываю короткие такие влоговые видео без монтажа, там из деревни, например. Вчера я там, короче, выпустил ролик, обзор моей квартиры, в которой я как раз-таки снимаю видео. И все, и так далее. Наверняка вы там могли увидеть знакомые места, где мы с Лехой и чипсы ели, где мы на телеке играли в FIFA, на Gang Beats. Где мы обзор на PlayStation снимали, ну и так далее. Ничего тут интересного, в принципе-то нету. Тут пусто абсолютно. Ссылка на этот канал будет теперь под каждым видео, начиная с этого. Главное мне не забыть ни в коем случае ее вставить. Если забуду, напомните в комментах обязательно, пожалуйста. Но надеюсь, что не забуду. Ну и так вот. Вчера, кстати, видео, как вы заметили, не было, потому что возникли проблемы со съемками. Мы хотели вместе с Андреем снять карту на Майнкрафт, но у него были проблемы с компом, ему полностью пришлось переустанавливать Windows, удалять все содержимое с компа. И, короче, хамачи мы так и не смогли вчера настроить. По новой. Если когда-нибудь сможем, то обязательно сыграем. А так пока не знаю, может одному карты снимать, не знаю. Ну, в общем, с картами, возможно, повременим на Майнкрафт пока. Еще, кстати, был этот... Вот Secret Neighbor меня давно спрашивают, когда Secret Neighbor опять будет, когда... Так вот, попросился какой-то подписчик поиграть со мной там. Я согласился, говорил, давай свою стиме. И, короче, из-за этого, еще в КС там один просился сыграть, из-за этого мне очень тяжело собраться снять выпуск, потому что надо точно сориентироваться по моему времени, времени подписчика. По большей части, когда я снимаю видео, эти подписчики либо заняты, либо их нет в сети, потому что разница, мы же в разных городах живем, и там разница во времени. И Лёха тоже, когда я с Лёхой играю, я почти все время играю ночью. Только ради него. Потому что днем он по большей части не может. Ну и, короче, это сложно. Я попробую. Договориться, попробовать выйти на связь с этим подписчиком. Я, правда, не помню. Он в Стиме у меня спрашивал, писал ли он в ВК, я что-то не помню. Будет сложно найти, я его... в Стим он, похоже, заходит редко. Короче, когда мне просят с кем-то играть, скорее всего, не буду соглашаться, это очень сложно, это будет большое исключение. Вот знаете... Играть совместно в какие-то игры с подписчиками легче всего во время прямых эфиров, во время стримов.
Потому что и вечер, и подписчики там могут быть как раз-таки свободны. И во время эфира договариваться гораздо легче, все такое, прямо сейчас вот выходить. Но по Secret Neighbor я сомневаюсь, что будет стрим, потому что у меня, скорее всего, стримерская программа его не потянет. У меня она и так на записи немного подлагивает, а нам, кстати, что такое, давайте тоже туда сходим. Но надо попробовать, надо попробовать. Все-таки надо попробовать Secret Neighbor в режиме стрима запустить, но скорее всего работать не будет. А скорее всего будет лагать жутко. Но попробовать надо. Так что, короче, игры с подписчиками на видео это вот для меня слишком сложно. Я не рекомендую предлагать. Это реально очень сложно. Легче во время стримов это делать. Ну, я вот не знаю, есть ли какая-то игра, которую более простенькая, которую можно было бы и поиграть на стриме с какими-то подписчиками. Если у вас есть идеи, то предложите чего-нибудь. Не могу обещать, конечно, что соглашусь, но рассмотрим. Так, короче, давайте, хватит болтать, давайте уже проходить этот мод. Давайте проверим, что у нас здесь. Короче говоря, телевизор отчасти без текстур, и сразу же ключик за ним у нас лежит. Тут частично с реалистичным стилем рисовки, частично нет, а частично с немного убоговатыми текстурами. Вот у телевизор какой-то белый полностью, я бы сказал, ну и экран. Это так, это отсюда, нет? Так, здесь закрыто, а здесь? Так, вот здесь что-то у нас имеется. А, вот, не, это не отсюда тоже. А второй этаж есть? Не, нету. Пропускают сюда. Так, а почему? А, это окно. Я думал, в смысле, что серьезно, что ли? Блин, может телевизором подсветить? Ни хрена не видно. Вот так. Дайте лампочку сюда. А, нет, она не берется. Отсюда можно достать? Не, она не достается, к сожалению. Ладно, придется телевизором подсвечивать себе все. Но я что-то ничего тут не вижу. Так, сосед где-то тут рядом, я смотрю. Тут ни хрена не видно. И фонарей я не вижу, чтобы были. А, вот фонарь. А, это не фонарь, это ваза. Фонарь. Я думал, это фонарь. О, еще телевизор. Может, в другом углу? Не, я здесь. Но я тут не вижу, в общем. Опа. Сосед что-то. Ой! Я уж подумал, он не двигается. Так и думал, этот ключ отсюда. Короче, в некоторых модах я сам вот заметил, что есть проблемы с искусственным интеллектом соседа. Вот здесь он вообще на меня идет хрен знает куда и вообще меня не видит. Так, здесь закрыто. И здесь тоже. Так, ну здесь-то мы открыли. Теперь нам надо найти. Это эти комоды вообще не открываются. Так, опять проблема с холодильником. Видели мы как-то один раз с вами мод, который. Тут что-то есть? Дайте сюда телевизор. Там какая-то дыра, только в ней ничего нету, по-моему. Фонари. Вот то, что здесь фонаря нету, это вообще печально. А, тут даже стекла нету. И, скорее всего, в той комнате, куда я с телевизором ходил, там должен быть ломик, но что-то я его там вообще не увидел. Телевизор просто вообще не дает. Вот что, давайте вот так сделаем. Давайте выключим тени. Вот так будет проще, наверное, разглядеть. Да, с низким разрешением не очень-то комфортно играть, но ничего не поделать. Ладно, давайте будем без теней вот так вот искать ломик. Есть ли что-то в подвале, тоже большой вопрос.
Этот телевизор вообще, кстати, по-моему, не светит. И ломика я здесь не наблюдаю. Никакого ломика тут не вижу. Не вижу я здесь ломика никакого. Ломика нету в этой комнате, походу. Где же ломик-то достать? Ну, комоды не открываются. А, фонарик есть. Он работает? Он работает, да. Давайте выключим тени тогда. Фонарик, оказывается, есть тут. На ультру поставим. Только толку от него не так много, потому что в этой комнате никакого ломика я не наблюдаю. Ломика или молотка, что бы нам надо достать? Не, в этой комнате нету его, это я уже понял. Это что такое торчит? Там что-то есть, но я не вижу. И здесь тоже не видно совсем. Короче говоря, где лом, я не могу понять. Давайте гастом воспользуемся. Потому что вообще не ясно. Так, ну здесь я точно понимаю, что ничего нету. На втором этаже. Здесь тоже ничего нету. И здесь тоже. Здесь вообще дыра какая-то. Можно заглянуть в эту дыру, но здесь я, как мы уже с вами поняли, ничего абсолютно нету. Вот ей, судя по всему, где-то есть ключ от этой двери. А, да, вот ломик. Ломик в этой комнате. Все, я понял. А вот где ключ от этой комнаты, я что-то не знаю. Давайте полетаем, поищем этот самый ключ. Читерство это, конечно, плохо, но... А в этой комнате есть что? Здесь вообще темно. Ничего не видно. Дайте фонарь сюда. А, ну да, здесь ничего нету и не было. А на поясе у него нет случайно? По-моему, нету. Или есть, подождите. По-моему, нет у него ничего на поясе. Но, по крайней мере, я не вижу. А, давайте... Не знаю я, где этот ключ. Давайте ломик так возьмем. Валк, автор, пожалуйста, напиши, где находится этот ключ. Я не нашел. Не понял, она все равно закрытая осталась. Чего? А если я туда гастом проберусь, там сработает какой-нибудь скрипт или нет? Я сомневаюсь, но давайте попробуем. Валк. О, сработало что-то. Давайте посмотрим.
Давай, давай, грузись, что там будет? Вроде загрузка не идет, но вроде ничего и нету. А если так нажму? А, ну так ничего нету. Так, давайте выйдем. Тогда вот так вот. И запустим вот этот файл. Demo end нажмем. А, да ничего, просто надпись Hello Neighbor и все. Ладно, давайте. У нас еще есть один небольшой мод. Давайте его тоже сыграем с вами. Следующий мод называется Winter Secrets. Мы видим катсцену. Мод от уже давно знакомого Сдалт. Передаю ему огромнейший привет. Hello, Сдалт. Your mod is very, very cool. Короче говоря, такой вот мод. Этот мод, как написано в описании, сделан за 2 часа. Кстати, я запускаю его из Стима. И, к сожалению, его опять пришлось фиксить, потому что он так не отображался в разделе модов в игре. Как фиксить такие моды, я показывал уже видео. Короче, есть об этом подробное на моем канале. Как и фиксить моды, если они не отображаются в меню игры с модами. Но не все, это не со всеми модами работает. Если тот способ не помогает, значит мод бракованный, реально супер недоделанный. Короче говоря, никакого дома главного героя нету. Есть только вот такой вот дом со снегом. Собственно говоря, снег выглядит круто. Наш персонаж имеет, кстати, другой костюм, только вот какой-то, только, по-моему, какой-то не очень-то зимний прикид все равно. Но снег выглядит просто шикарно. Деревья выглядят просто шикарно. Мне прям очень нравится атмосфера. Атмосфера шикарная. Ну давайте изучать дом, посмотрим его со всех сторон. И мы сразу же видим лестницу. Давайте на нее заберемся. Мы видим что-то наверху. Мы видим ружье на крыше. Жалко, в трубу залезть нельзя. А, я думал, это крыша такая корявая чуть-чуть. Я думал, это механизм, какое-то там электричество подключено туда или что-то такое. Что-то думал подключено там. А это что такое? А, это вагонетка из кошмара главного героя. Такая вот в виде машинки. Есть ли сосед здесь? Давайте попробуем узнать. Судя по звуку, похоже, что он и есть. Это что такое? Скейт. Ну, скейт-то нам не нужен. Да, он здесь. О, мы быстренько нашли от двери, от которой, собственно говоря, этот ключ. Ой, блин, он Я не нарочно. Вот это было не нарочно совершенно. Блин, тут шкаф-то разобранный. Частично. Так, там что-то еще. А, это банан. Банан-то нам не нужен. А как вот это надо найти какой-то механизм, который штуку эту открывает. О, ломик. Ломик мы нашли, это хорошо. Гвоздь не отковыривается, к сожалению. Я думал, за ним что-то полезное будет. Ну-ка. Блин, опять случайно стекло разбил. Он сейчас сюда придет, да? Открывайся. Блин, почему нельзя просто разбить эту штуку? Она что, настолько крепкая, что ли? Опа. Никакой музыки, никаких сопутствующих эффектов. Ну, давайте дальше изучать дом. Да ё-моё. Как бы нам отвлечь его? А здесь... А, нет, тут просто.
Ой-ой, беги. А, бежать-то некуда. Там шкафа-то нету. Проблема, проблема. Ой-ой-ой, а почему он сразу тут заспаунился? Стоп. Здесь бежать некуда. Совершенно. Господи, аж напугал немного. Блин, он быстро бегает, я вам хочу сказать. Да, не так-то просто будет. Да почему он спавнится так сразу легко? Блин, вот не очень я люблю моды, в которых такие вот маленькие дома, где сложно спрятаться от соседа. Когда дом большой, тогда намного легче. О, отлично. Он уснул, это нам дает преимущество. Этот нет. А, этот открывается. А, еще что-то надо. Там ключ какой-то внутри. Только не это, господи. Да ладно, как он меня увидел из той комнаты, это в смысле? А здесь ничего нет случайно? Нет. Блин, вот когда он спал, это большая такая возможность была. О, побежали. Вот здесь пошарится. О, вот где дверь от подвала. И ключ в холодильнике, это от него же, как раз я понял, да. О, если я не ошибаюсь, кстати, это дверь, которая... А где он спит? На улице, что ли, спит? А, он... А, подождите. Вот это прикол был. Обалдеть, вот как он так спал. О, эта фигня открылась, я так и думал. Ну-ка. Не, подождите, да. Блин, это вот это прикол. Он спал прям с улицы, что ли, там? Так, ну-ка. Блин, это прикол вообще, блин, просто какой-то. Я пусть выйдет на улицу. Пусть на улице погуляет лучше. Ладно, короче, сейчас откроется этот морозильник. И мы достанем ключ оттуда и войдем в подвал. Так, давайте подождем, пока он выйдет на улицу там. А, вот он уже на улице. Куда он сейчас пойдет? И вот то, что на кровати вот так спал, это вообще просто прикол какой-то был. Так, нет, он в дом пойдет. Уж хотелось бы, чтобы он лучше вышел на улицу. Ключик там и добыли. Вот только к двери он нас не подпускает. Такой вот конец.
Странный, вот так вот странно мод этот закончился. Очень необычно, я бы сказал, он закончился. Так, короче, давайте полетаем по карте. Я тут только что пытался подождать, пока сосед снова вот так вот заснет необычно, но, к сожалению, не дождешься, хрен дождешься. Ладно, давайте поставим этому моду этот плюсик. Он постарался, прямо зима, очень круто. Костюмчик тоже сделал. Ну а предыдущую моду я забыл, кстати, его оценить, но оценку вы там все равно увидите. Не знаю, что эту моду поставить. Видно, что немного человек старался, но мод сильно недоработанный. Прям не знаю, что ставить. А вот эта дорога, она куда, кстати, ведет? Ну, вряд ли она куда-то... Ну, вряд ли там будет что-то интересное. Скорее всего, где-то конец карты просто, да все. Но видно, что это дорога именно какая-то. Еще и неровная, блин. Ну, жалко, побыстрее двигаться нельзя. Да, здесь уже неровности становятся. Ну, давайте попробуем полететь. Может, там реально что-то будет интересное в конце. А, тут конец карты уже. Да, это конец карты, ничего тут особо нету. Ну ладно, на сегодня все. С вас и господи, подписывайтесь, меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, спасибо в ВКонтакте и всем пока.